Здравствуйте, друзья! Меня зовут Людмила Анатольевна, и сегодня я вам предлагаю поиграть в игру «Веселый счет», что способствует математическим представлениям ребенка. И нам для этого потребуются фломастеры или карандаши, бумага, три прозрачных стакана, шарики, слепленные, можно из пластилина, из салфеток разноцветных. И нам потребуется вместе с малышом нарисовать три стакана и изобразить в них разноцветные шарики. У нас от 1 до 3 шариков. Ребенок должен по этой схеме бросить в стакан шарики. Здесь 3 шарика нарисовано, значит, он должен бросить 3 шарика. Следующую игру я вам предлагаю взять бумагу с нарисованным стаканом шариком. У меня здесь изображено 2 шарика. Беру шарик, трубочку, и мне надо задуть шарик. Стакан. Ну вот, чуть-чуть промахнулась. Вот такая вот интересная игра вместе с детьми. Спасибо. Жду комментариев. До свидания.